Всем привет! Сегодня расскажу вам о своей покупочке на AliExpress, а точнее о моем новом телефончике. Как видите, мне пришел телефон вместе с зарядным. Ой, что-то нажала. Так, вместе с зарядным вот таким вот. 1 ампер. Сейчас показать поближе. Короче, верьте на слово, 1 ампер. Вот к нему такой переходничок на нашу розеточку. В подарок пришло две пленки противоударные, но я в это не сильно верю, и чехол силиконовый. Все доставлено быстро, в течение 3 недель. Упакован он был вот в такую вот упаковку, ничего не помялось, даже коробочка не помялась. Все прекрасно, мне нравится. Экран 5 дюймов. Встроенная память 16 гигабайт, камера 13 мегапикселей, задняя, передняя 5. Достаточно хорошие получаются снимки. Значит, есть ИК-порт, то есть можно с него управлять домашней техникой, типа телевизором, видеоплеером или чем-то там еще. Вот. Видите, так, сейчас я вам открою галерею, чтобы вам видно было, какие снимки получаются. Сейчас мы откроем, допустим. Вот, ребенок в песочке. То есть все четенько, все видно. Вон, видите, ракушечки. Все видно. О, села батарея. Так. Все прекрасно, меня все устраивает. Единственное, после Mi Mix тяжело привыкать к тому, что экран у него маленький, он сам маленький, и после Mi он какой-то как игрушечный, потому что Mi намного тяжелее. Вот. Что еще? Пленка. И за счет вот этой пленки съедается немного яркость. Но я пока ее не снимаю, хочу ее уже добить окончательно, потому что она зацепилась в первые 15 секунд открывания телефона. Вот просто она зацепилась и все. В остальном все прекрасно. Стоимость его, если я не говорила, $87. Обязательно оставлю ссылку внизу в описании. Так что заглядывайте. Все. Всем хорошего дня. Спрашивайте, интересуйтесь, пишите комментарии. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.